Всем привет, это Фермер.ру, мы находимся в селе Парфентьево, село или деревня? Село. Село Парфентьево, Коломенского района, Московской области, точно. Правильно? В гостях у Сергея Балаева. Сергей, привет. Рассказывай, чем ты здесь занимаешься, что у тебя здесь есть? Основное, если... Да, говори, говори. Да, основное наше направление — это козоводство и улиточная ферма, соответственно, и переработка. Своя переработка, сыры делаем? Ну, делаем сыры потихонечку, угу. Научились как-то. Сколько всего коз? У меня всегда с различным таким интервалом. То 100, то 200, то 150. Ну, вот сейчас около 150 уже. Угу. И к осени, я думаю, может быть, до 300 дойдем. То есть, и все, сколько молока получаем, все перерабатываем, да? Перерабатываем, да. Отлично. А куда продаем, если не секрет? А везде. Вот всем, кому надо, все мы продаем. И в Москву возим. Ну, в основном Москва, конечно, это самый главный потребитель. То есть сами возите, да, в Москву? Сами, доставка есть, да? Все сами, да. Кстати, вот тут ссылочка на YouTube-канал Сергея. И в описании будет ссылка на его сайт, Эко-деревушка, по-моему, называется. Ну, да, да, логистика у нас такая нормальная, до двери дома довозим. То есть в любой район Москвы, да? Да, и Московской области, конечно. Отлично. А ты вот сказал про улиточную ферму. Сколько улиток всего? Слушайте, улиток мы меряем, наверное, тоннами. Тоннами? Да, тоннами. Штуками точно. Хотя, когда люди звонят и хотят разводить, и когда называют, мы хотим купить штуками, ага. Я говорю, ну тогда в следующей жизни заработаете. Или ваши праправнуки. Ну, то есть надо центнер улиток купить. Хотя бы десятками килограмм измерять. Ага. Вот. Ну, я думаю, сейчас пару тонн у нас ползает. Пару тонн улиток ползает. Ну да, это то, что там в брудерах. И для эксперимента, ну, мы не жадничали и выпускали улитку в свободное плавание. Угу. Вот. Ну, вот попробовали, например, сегодня. Вот, ну, дожди прошли, так вот вроде по суше стало. Ну, килограмм 100 просто вокруг собрали брудеров, обратно высыпали. Они вот, разбегаются, они, как да, в том они, анекдоте. Они ползут, ползут, у нее в голове всегда нужно ползти. Вот сейчас тепло, хорошо, если посмотреть на улитку, ее так как бы и не видно. Вот только дождь пойдет, вот всегда думаешь, откуда она взялась. Вот она прет, прет, и все время вверх, вверх. Бизнес где в улитках? Я улитку начинал разводить не как бизнес, хотелось бы, конечно, продавать. И сначала просто было бы интересно попробовать. Вот так мне в голову, как всегда, приспичило. Я поизучал там годик где-то, как разводят, что разводят, кто открыл, кто не открыл, кто про это говорил, не говорил. Ну, в общем-то, сначала просто пробовал. Хотя, когда я собирал первую улитку в полях, мне жена, ну, я ее не пускал к морю и говорил в поля. Поля, то есть обманул женщину, привез ее на море и загнал ее собирать улитку. Все к морю, я в поля. Молодец. Она шла с этой сумкой и твердила, попробуй не продай. В общем-то, продать удалось, и, в общем-то, неплохо. Вот. В общем-то, бывают такие периоды, что улитки не хватает. Ну, такой ручной труд, она очень долго готовится, делается, и... Часто звонят, улитки можно купить. Мы говорим, ну подождите, день-два сейчас дофасуем, нафасуем. Mm-hmm. В общем-то, вот так. К улиткам сейчас вернемся. Еще я знаю, что у тебя здесь какие-то экскурсии, лошади. Вот про это говорим. Это у нас некая вступительная часть на самом деле. Потом да. Подробнее посмотрим. Ну, лошадки это только просто как хобби. В общем-то, они нужны просто, чтобы они были. Так же, как и ослы. Как Жириновский осла подарил, ну вот и... Жириновский подарил осла. Ну да, ослиху, Прошку, угу. Ну, которая в рекламе снималась у него. Угу. Вся Россия, как этот осел. Помните, плетка там получала. Честно говоря, я не смотрю телевизор, я не знаю. И она нам там уже нажеребилась, и, в общем-то, и лошади наши постоянно что-то приносят. Ну, угу. Это так совсем, вот просто думал, кататься буду каждый день. Ага. Времени нет. Да на рыбалку-то времени нет, не то, что там ага. На лошадях кататься. Вот. Поэтому лошади постольку-поскольку. Вот. А экскурсии люди приходят сюда, да? Экскурсии, да, это стало очень интересно. Но знаете, с экскурсиями как? Коломна. Коломна, красивейший город, в общем-то, туристический поток, Пастила, Бобренев монастырь, в общем-то, Кремль. И, видимо, улиточная ферма, это стало какой-то, может быть, необычной экзотикой, поэтому... В общем-то, группы сделали такие вот завороты к нам небольшие. Угу. Приезжают автобусы, вот здесь мы их встречаем.
экскурсии на козью ферму, экскурсии на улиточные, покормили, накормили. Дальше я провожу мастер-класс по, ну, делаю простой там мягкий рассольный сыр и, в общем-то, показываю, как разделывать улитку. А улитку нужно разделывать. Почему? Потому что ее становится все больше и больше в стране. Она уже по Московской области расползается. В общем-то, теплеет, несмотря на то, что ужасные такие погоды, как сейчас стоят по всей стране. Но, тем не менее, улитка уже, в общем-то, неплохо себя чувствует, зимует великолепно просто.